Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Обязательно подпишитесь на мой канал в Ютубе и в Инстаграме. Все ссылочки в описании. И сегодня 3 августа. Отличная погода. Я сейчас нахожусь на пляже «Жемчужина». Народу здесь не так много, потому что время обед. Сейчас спадет полуденная жара, и все снова придут на пляж. Небо ясное, море спокойное, водичка, конечно, мутновата, но люди купаются по-прежнему, загорают, наслаждаются отдыхом. Вот на красавице «Жемчужина». Температура воздуха где-то 30 градусов, температура воды 25. В целом все отлично у нас в городе. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!